Мангус? Мангус? Я же тоже забыла по-русски. А по-английски не знаю. Какой смешной. They use them on TV, don't they, for as an advert. Mm-hmm. Is it among us? Eating. So if it is among us. Are you sure? I'm not sure. And impossible to read. Yeah? Wait. 1 second. Because look how funny. Oh. Run. Okay, let's go. And nowhere, no, impossible to read. Who is it? No, I don't get it. You take Jordan and Jordan Lewis, and I'll take them. You take Brandon. He's just there. I'll stay in the queue. Oh. Meerkats. Meerkats. Meerkats and mongoose. Okay. Oops. That's where you're walking. За время карантина разучилась ходить. То чуть дерево не врезалось. Mm-hmm. То чуть не упала сейчас. На камень наступила. Yeah. Вот такая прогулочка может быть. На лебедях. Чуть не было столкновения с сосной. Парк заполнен, люди отдыхают, кто что, кто ест, кто кофе пьет, кто на лебедях катается. Ну, в общем, здесь есть что делать, здесь очень интересно. Поэтому, когда будет возможность, приезжайте, вам здесь очень понравится, очень здорово. Дети плачут. Посмотрите, как красиво. О, свежий воздух. Фу. А для чего эти рельсы? Я так и не понимаю. Ну, в общем, вот такая вот парковка. Видите, очень много машин приезжает и уезжает. Так, сделаем остановку, потому что дождь начался снова.